подумала, Мишка в окно-то смотрит. Все, у нас пожар. Ай, у нас просто какой-то ужас. Ну, с костром. Костер, мы в этом году его купили, и мы поставили его на траве. У нас под ним такая желтая была выжжена. Поэтому сейчас на качал. Слушайте, уже тепло. А теперь вообще. Если бы ты был тут, Никита, за шишечками не снёшься? Ты еще будешь подкладывать? Буду, если захочу. Если Вася захочет. Это вообще фантастика. Становление пяев вообще не было дождя. Да, это вообще. Я почему и говорила, что... А когда мы тут 3 года назад...